Вот это самый сильный игрок. Вот вы видите. А это два ребята. Мы тут встретились. Они гуляли тут. Зашли, но я попросил. Ходы они знают, говорят. Сейчас главное, чтобы не оплошал компьютер. И вот эта машина. Так, у меня перед камерой не шебуршится. Нет, ради бога, пусть они там стоят. Да почему нет? Это никто не меня скрывает. Я думаю, что это... Марин, извините, ради бога, что я тут был. Я не буду больше. Ничего себе. Ребят, комментарии приветствуются. Любые комментарии. Это хорошо. Главное, чтобы комментировать. Вот комментарии такие смешные, стандартные комментарии очень хорошо смотрят. А он может ответить что-то другое. Так, так. Ну, я оценку вижу. Чего два раза ходит? Thank you.
сегодня. Походу сдается. Значит, часы я наварил. Это сейчас на помощь. Сегодня тебе не готово. Ну да, доигрывай, а что, нельзя заново? Запустите 5 минут. По новой, а по новой ничего. Ну нет, не важно. Ну. Это, нам же не результат важен, мы поехали просто снова. Нам важен сейчас его ход, да? На последний ход, когда это означает. Так, а что он думает теперь? А, он ждет этих ходов, а это он не включает. Сдался? Проиграл. 1-0. Ну нам же не результат, нам важен процесс. Ну ладно, гроссмейстер победит. Ладно. Сколько у него секунд осталось? Лишь 3. 2, 1, все. Ты должен продолжать играть. Так, что получилось? Он время по времени, да. А, ну, хорошо. Ну, вот. И тут правда все. Нет, еще. Так.